Ксюша снова нам привезла яблок. И я вот строгаю, вырезаю на компоты. Вот это хорошие яблоки. Оставляю себе на поесть. Но это еще не все. И вот еще. Сегодня у меня работа. Опять закрутки. Закручиваю компоты. Ну, компоты мы пьем хорошо. У нас баня впереди. Поэтому мы зимой откроем баночку. Возьмем с собой в баню компот. Мы обязательно берем. И уйдет у нас на ура. На весь год накручу. А еще и следующий год яблок не будет. Так буду крутить. Пока есть яблоки, буду крутить компоты. И пока есть банки. Так, муж сегодня моет окна. Я два окна тоже вымыла сегодня в спальне. И вот попросила его снаружи. Вот он тут так намывает. Солнышко сегодня, погодка хорошая. Ну, а я в это время занимаюсь закрутками. Тоже не сижу без дела. Все чики-брики. К зиме надо окна помыть, чтобы были чистенькие. А то все лето не мыли, некогда было. Так что ж. Ну, а я дальше пошла продолжать накладывать баночки. В этом году какие семена можно собрать, я обязательно собираю. И цветов семена, и пряных трав. Обязательно собираю. Но это я делаю каждый день. Вот сейчас лузгаю укроп. Он уже сколько семян насобирала? Море. Ну, я их и по осени разбросаю частично, и по весне разбросаю. Пускай сходит везде, где возможно, первоначально. И также оставлю вот такие сухие веточки на зиму, потому что я как-то по весне, что ли, у меня заболела поджелудочная. И я заваривала себе вот такие ветки укропа. И вы знаете, мне помогло. Мне помогло купировать боль, купировать воспаление, какое было там у меня в животе. И я так понимаю, что помогло именно это. Потому что я больше, ну, только обезболивающее, конечно же, пила. Ну, и вот обязательно вот эту водичку укропную такую заваривала себе. Так что ж, вот этим сейчас я и занимаюсь. Семян много у меня, укропа и всего остального. Так что буду, конечно же, сажаю свои семена. Не покупаю это. Вот таким образом я их тут собираю. Еще раз всем привет. Гуляю по Ярославлю. Ну, не гуляю, а пошла по делам. Приехала на автобусе. И, конечно же, меня тут с панталыги сбили. Вышла раньше на две остановки. Вот сейчас надо выходить. Вот знаю же, где находится площадь Волкова. Нет, послушалась народ. Это, говорит, площадь Волкова. Это была Красная площадь. Ну и все, и вышла. А я сегодня иду в парикмахерскую. Ну, хорошо еще время позволяет, солнышко. Ярославцы, кстати, не очень любят ходить пешком. Тут буквально, говорит, у женщины спросила, где тут улица Свободы, то как мне дойти? Ой, вам лучше надо проехать. Дождитесь троллейбуса номер один и две остановки, и вы будете прямо вот там. Да ну! Что, я две остановки пешком, что ли, не пройду? Ну, тут, конечно, не двумя остановками пахнет, а больше красный свет. И что? Подожду. Ладно. Вот, и в этих местах бывало уже тысячу при тысячу раз. В площади Волкова тысячу при тысячу раз. Все время выхожу около него. Нет, надо было послушаться, конечно же. Так, все, Лёна, идем. Идем, гуляем. Сегодня погодка замечательная. Солнышко, тепло. Вот такая вот, вот такой вот Ярославль у нас. Красавец. Ну ладно. Так, сейчас себя покажу, какая я есть. А потом покажу, какая я буду. Если мне понравится. Если не понравится, не покажусь. Себя я и не снимала. Снимала уже минут 10, иду, болтаю, а солнышко светит, не вижу, включила телефон, не включила. В общем, я
иду сделать стрижку, то вся вон набросла, потому что скоро, возможно, выйду на работу. На какую работу я пока не скажу, потому что еще не уверена в этом. Но это будет в октябре. Дня на 3 я буду выходить. И часа на 3. Поэтому... Поэтому получится или не получится, я не знаю. Поэтому ждите, смотрите. Как все получится, так обязательно расскажу. Ну, а сейчас тут. Всем пока-пока. Вот она, площадь Волкова. Знаменитый театр. Ну, я дошла за 10 минут. Сейчас мне надо идти вот туда. Прямо. Дойду до улицы Свердлова. Ну вот, я подстриглась. Боб каре. Таким образом меня подстригли. Ну все, хоть сейчас я не использую эти прищепки всякие, чтобы челку мне убрать. Сказала, все состригайте сзади и челочка, чтобы была выше бровей. Короче, сделали. Ну, гуляю уже 4-й час, как я здесь, в городе, в Ярославле. Сходила еще по делам на Богдановича улицу. Ой, плутала сегодня, просто вот плутаю, хожу. Вместо свободы пошла на Свердлова. Так, сейчас я через пешеходник прохожу. А то ведь нельзя с телефонами-то идти. Сейчас попаду как раз в сквер. Ой, я здесь недавно была, ходила сюда на педикюр. Конечно, вот спортивный комплекс сзади меня. Туда я ходила на педикюр. В общем, здесь мне район знакомый. А Свободы перепутала, Свердлова и Свободы сегодня. И, естественно, пошла совершенно в другую сторону. Хорошо спохватилась. Чувствую, что не туда куда-то иду. И тут девушка мне попалась на пути. Есть хорошие люди. Говорю, слушайте, мне бы надо Свердлова 41, но такое ощущение, что я куда-то вообще не туда иду. Потом, ай, меня осенило. Свободы 41. Вот, ну что творю. Потом там, значит, парикмахерская у меня. Потом пошла на Богдановича. Надо было написать претензию застройщику по квартире. Очень сильно дует от балконной двери. Там что-то они напортачили. Не знаю, сделают бесплатно по карантине. Не знаю. Написала претензию. А как там, чего? Жду звонка. О, немножко прошлась уже. Фух, надо заниматься. Уже зарядку вроде делаю, а не хватает этого дыхания. Это вон. Это коронавирус все. Памяти нет, коронавирус. Дыхание... Не хватает. Коронавирус тоже. 2 раза уже переболела, если не 3, так надо думать. Вот все. Иду на свою остановку автобусную, а там пересаживаюсь на свою машинку. Доезжаю до Заволги и пересаживаюсь на свою машинку. В общем, вот так. Прогулка. Сегодня день чудес. А, зашла в столовую, покушала на 200 рублей. Взяла шницель свиной с рисом и компотик. Наелась до сыта. Всем пока-пока!